Спас. Вот он кидается вообще. Я вам сейчас мастер-класс. Чё? Дрячки. Это БГП 223, горплан. Тебя попали? Мы играем снежки. Между парами, которая уже началась. Да. Всех идет мы. Вот так вот. Вот так вот. Здесь бомба. Между прочим, да, пара началась. Блин, я чуть не споткнулась об эту штучку. Чао. Да, здесь уже чао, мама. Чао, мама, да. Да. Янзы. Сегодня у нас ребята застряли в лифте, поэтому поднимусь пешком. У меня сейчас... Ой, интернет. Сейчас английский. Впрочем-то, это последнее занятие за этот семестр, но мне кажется, я останусь у того же препода. Точнее, у того, той же преподши. Мы просто в прошлый раз писали экзамен, и мне было после экзамена идти на занятия. Очень страхово было. Ну ладно. Ну, материал у меня есть, поэтому я распечатала. Но я просто это сделала для вашего удобства, чтобы... Ну, в принципе, большое счёт. Может, кто-то вытащил что-то иное? Какой-то серьезный. Я вам говорю, что у нас даже по программе записано, что форма контроля у нас, оговорение, тем более не принимается, независимо от того, болевшего ли. Researchers, Dr. Sam Kriegman, University, welcome. Exactly is a Zenobite. Добрейшее, прекрасное декабрьское утро. Сегодня 15 декабря. Мы сегодня будем защищать долгожданный проект по истории, завершающий
нашей группой. Мы даже ездили в Бородино, в сам заповедник. Это очень далеко. От Москвы 4,5 часа езды, что ли. И я вот сегодня в образе... Еще... Ладно. Вложу видео сюда, которое я снимала с моими сережками из новогоднего бокса. Я не знаю, меня слышно или нет, но мне срочно нужно начать записывать список дел, задач, которые нужно выполнить до отъезда и вообще до конца Нового года. Тем более с документами нужно что-то уже решать, ибо так дела не могут идти дальше. Ну, собственно говоря, мне нужно поменять пленку для защиты телефона, еще что. Я сейчас только что вспомнила одну задачу и забыла просто напрочь. Так и живем. Как дела? Мы едем по Бородино. Как дела? Здесь так хорошо, здесь так много дела. Нет, говорите, да, мы здесь не причем. Хлеб. Да соль. Недоуха. Я хочу недоуха. Зачем идти в этот момент? Не надейся, Лера, нам еще завтра встречаться вообще. Где Вероничка? Не пишите, пожалуйста. Давай. Ты вкусно... Можно мне попасть в видео? Ты вкусно нюхаешься. Лида вкусно нюхается. Это после деревеньки надо. Ну, блядь, да. Ты можешь спеть про что? Да, мы собираемся сейчас. Мне нужно срочно в табачку. Срочно в табачку. Она срочно в табачку. Срочно в табачку, иначе я сейчас отсюда. А мне в табачку? А мне покушать надо что-то купить. Галон. Мы студентки Higher School of Economics. Да? Да? Where is Таир? Ну, Таир, вы где? Where is Ga? Я предлагаю... Ga. Магнолия и табачка. Вы не пойдете? Да, Магнолия, тебе нужно домой. Ну, мне пакет. Маме. Мне пакет нужен. Спецэффекты. Туман. Да. Отвечаю за декорации. Всем привет. Нормально, да? Да. Мы в сказке. Да. Мы в Гарри Поттере, да. Вижу, как маленький ребенок. Сори. В Цитаме так красиво, в Новый год. Просто не могу. Я снова забыла забрать заказ Озона. У нас прямо в доме есть пункт выдачи заказов Озона. И я уже одну книжку для себя перезаказываю неделю. Я еще... Мы потомком группы играем в Тайного Санту. Заказала там для своего подопечного тоже всяких милостей, подарок. Сейчас побегу туда-обратно. Думала, сейчас буду переодеваться и ужинать. Thank you.
на улице снова метель образия. На самом деле это так удобно. У нас еще есть пункт выдачи Озон. Ой, нет, Wildberries. И я пока не ступала в границы Wildberries. Надеюсь, что и не вступлю. Как оказалось, приехала только книжка. Она такая тоненькая. Вот я буду дарить эту оранжевенькую зодчество, за рождение зодчества. И я думала, она будет чуть поплотнее, но ладно, мне кажется, ну, по идее, содержание этой книжки очень-очень, несмотря на объем, она такая полная. И прямо по нашему профилю я еще себе тоже одну книжку заказала. Кстати, по книжкам будет обзор, поэтому да, ждем. Вот я умак 들으면서 가죠. 어, 날씨 너무 좋아. 덥지도 않고 춥지도 않고 딱 좋습니다. 이게 가을이지, 어? Всем добрейшее утро, приветики. Сегодня, ну, 16 декабря, соответственно. Вот я с подарочком помчалась. Жутко опаздываю, должна была выйти в 10. Сейчас 10:30. И... ну, у меня не только одна пара, поэтому, да. От чего я больше расстроена? Пока еще не поняла, но сейчас 10:30 утра, пункт выдачи заказов работает, открывается с 10, они не открылись, не открывались и не работают по непонятным причинам, хотя мне в 9 утра писали прямо, чтобы я забрала заказ. В республику я зашла, чтобы что-нибудь купить в дополнение к своему подарку. И чтобы не расстраивать себя, я купила другую книгу. Потому что было бы очень печально, именно я возлагала надежды, что будет эта книга, потому что на сайте показывала, что есть. Но ничего, я нашла кое-что другое. В общем, ничего страшного в этом нет. И у меня получился подарок очень нежным, типа вот так вот. Ладно, позже покажу. Боже, что это, почему лента грязная? Мы получаем, что у нас два определителя больше нуля, а значит вся функция. Я... Почему? Камера такая плохая. Как у тебя дела? А у тебя? У нас вот, у нас там Ниссан. Подарки дарят. Как у тебя дела? У меня нормально. Ты выспалась? Хотела сказать, не помню. На самом деле, либо ты едешь к первой паре, и тут сидишь, ну,
это вообще не вариант. Либо ты едешь ко второй паре и слушаешь лекцию, пока едешь. Короче, неинтересный подсказ. Ну, иногда есть второй семинар. Ну, как? То, если ты едешь в электричке или в метро долго, то можно. Ну, я с Одинцова еду. А ты откуда едешь? Ну, вообще, практика такая. Я с теплого стола. Боже мой, сидим, обедаем. Приятного аппетита нам. Приятного аппетита. И мы... Анон. Анализируем. Я посмеялась до слез. Как у вас дела, Мария? Мария занимается анализом. Аналитик? Хотелось бы, но пока что нет. Бизнес и аналитик. Сколько? Именно. Да. Потому что он украшен. А ты? Ну. Она и так анализирует. Вы знаете, что я хочу. Я хочу макароны. Все, что я хочу. В итоге сейчас я снова зашла за посылками в Озон. Они сказали, что они ключи потеряли или что. Заново ходили обратно туда-сюда, взламывали дверь, и того мальчика нет, который, как обычно, у нас, ну, меня там встречал. Но не знаю, типа, сейчас мне мою книжку просто не смогли выдать, потому что не могут найти посреди своего бардака найти. Вау. А нафиг я сейчас шла, я и вообще не поняла, но... Блин, у меня просто ресурсов нет. Не ругаться, ничего предъявлять. Не знаю, у меня волосы даже ужасно сейчас лежат. Ну ладно. В целом, главное, чтобы мне не отметили, что я книжку свою получила. Ну, конечно, досадно. Просто я уже который раз хожу. Эта книжка должна была еще прибыть 13-го, 15-го числа. Сегодня уже 16-е. Ладно, снег, но снег снегом. Я понимаю, доставили вчера поздно вечером. Но. То, что они не могут разгребать свой бардак, пункт выдачи заказов, это вообще ни в какие ворота, мне кажется. Кринж. Но зачем тогда открывать под бизнес пункт выдачи заказов? Сегодня у нас были последние семинары, и завтра последний семинар по математике, которую перенесли со среды, поэтому я думаю, ну, фактически сегодня был последний учебный день, именно учебный, откуда мы... Сегодня пятница, и все равно является для меня последним учебным днем, помимо, ну, кроме, если не упоминать, сдачу экзамена. Мне сказали, что я могу забрать мою книжку. Не знаю, правда или нет, но тетенька говорит, что ее только-только привезли, и в системе у меня раньше отобразилось, чем нужно. И за я все-таки все равно очень рада, что получила эту книжку. Потому что она о дизайне и архитектуре. Sorry. Нет, я... No. Фига. В общем, у меня частенько бывают такие порывы, особенно когда я живу в жопе мира, куда ничего не доставляют, особенно после 10 часов вечера. И так как я являюсь такой independent person, извините, мои, я отчаялась, но все же заказала крылышки. Блин, я заказывала 10 штук.
Они такие домашние. Видимо, я сама забыла вторую порцию добавить, но, блин, жалко. Да, конечно. Я думала, что из дома никуда не выйду сегодня уж точно, до понедельника, но я захотела сварить борщ. И стоя в моих туалетных бумаг, просто я пожалела, что вышла не в сапогах, а в муках. Я такая домашняя, такая красивая. На самом деле этот костюм у меня еще. Ой, зачем не видно? В общем, там брючки помятые. Это вроде шерсть и. Ну, тонкие шерсти по типу. Мама еще покупала в 15-м году. Чуть-чуть поносила и ставила мне. Сейчас я ее ношу. Ну, у нас бережное хранение, поэтому. Да, удается так сохранить хорошо вещи. И я думаю их взять с собой в поездку. Всем приветики! Сегодня уже 19 декабря, и сегодня утро очень снежное. Просто всю Москву замело, зима зимой, именно вообще зима зимой. И сейчас я с утра проходила курс по китайскому языку, и далее пишу контрольную работу за модуль, то есть за 2 месяца по философии. Это очень страшно на самом деле. Все, в общем, очень сложно. Запутанностей очень много, нужно именно заучивать, учить, слушать, запоминать. И я очень рада, что у меня сегодня завалялась лапша. Я прямо шла к полке и молилась, чтобы у меня в полке оказалась лапша. Просто божественное спасение. И как хорошо, что мы пишем онлайн, потому что на улицу вообще не хочется выходить. Чуть посветлее вот так вот. Угу. Вот столько вот снега. История того, как я вижу левым глазом, у меня, оказывается, левая линза была запачкана жирным слоем жира, ну, таким, не знаю, там реально жир слоя был. А это я не замечала, потому что я не вижу левым глазом, это просто оно есть, я закрою и очень плохо вижу, да, очень плохо размазанно вижу. Я не замечала этот слой жира. И да. Сегодня я узнала, кажется, по 3 дисциплинам свои отметки, если не ошибаюсь. И сразу, вот моментально, как по щелчку, почувствовала себя какой-то брок, разбитой, уставшей очень сильно, не знаю, не скажу, что грустной, не знаю, непонятной, вот просто ватной, не только физически, но и просто морально, возможно, устала, возможно, ну, возможно, график сна, вот распорядок дня влияет то, что я меньше начала выходить из дома. Я в последний раз выходила в пятницу, сегодня уже понедельник. Не знаю, пытаюсь отдохнуть. Сейчас поставила вариться мясо, говядину, читаю.
думаю добить первую главу. Она такая достаточно объемная, 100 страниц, кажется. И сесть за английский, просто закрыть эти окошечки, чтобы якобы долгов не было и побольше баллов поставили. Через неделю мы улетаем, точнее я улетаю, и ну, подружка, она уже из Екатеринбурга прибудет туда, а я из Москвы, поэтому да, место встречи, просто назначение .б. И, наверное, я только начала осознавать, что уже куда-то собираться и прочее, просто очень хочу, чтобы быстрее с учебой все закончилось и начать собираться. Хочу, чтобы этот отдых уже начался. Боже, жду, не дождусь. Всем приветики. Сегодня у 20 декабря. Сейчас уже день, конечно, почти 3 часа дня, но было такое морозное, светлое, солнечное утро. День такой яркий, светлый, ясное небо. У меня полчаса назад примерно вот закончился второй экзамен. Не второй, а уже по счету 3-4, наверное. Мы сдавали эссе по социологии, писали 4 часа примерно. Надеюсь, очень надеюсь, что нормально написала на соответствующую оценку. Всем приветики, доброе утро. Сегодня уже 21 декабря. А это значит, что у меня сегодня экзамен по математике, матстату. Да, поскорее бы уже следующую среду, Но сегодня мы просто... Ну, это реально последний рывок. Завтра будет экзамен по истории, но у меня автомат, чему я очень рада. Но математика — это очень печально, на самом деле, да, печально. И сегодня я выйду из дома сейчас, уже сейчас без 13:08 утра. Я вернусь только завтра вечером, но уезжаю. Потом мы едем с ночевкой к нашей подружке Дашуле на ночевку. Мы не ночевали, не устраивали ночевки 2 месяца, 1,5 где-то. Я вроде как закончила собираться, но не могу найти свою любимую помаду, которую я не видела пару месяцев точно. Не знаю, даже не могу предположить, где она находится. Хотя думала, что она все еще лежит в моем ящичке с косметикой. Но нет, не помню вообще. Не могу предположить, куда я ее дела. Ну, ей я не пользовалась точно очень долго, с сентября, наверное. Ну ладно. Сейчас я, наверное, закажу такси до метро. А то вижу, что это не очень темно, как минимум. Всё. Да, и вот сверху. Капец, вообще не смешно. Шутки кончились. Да, они все еще смеялись. Да. Локальное производство. Быстрый курс. А, нет, тут Ньютона за 2 минуты. Я это все вчера сделала. Я забыла сегодня уже, как это решается. Ребят, не смешно. Welcome. У тебя право или математики. Фан кончился. Теперь только слезы. Тем временем мы... Блин, одежды не знаю. А где она? Не знаю, внизу где. Блин, надо куда-то взять одежду. Да. Капец. Это клинж. Мы на каком этаже? Я сломала палец. Точнее, мизинец. Ой, получится. Я получила подарок от моего тайного Санты. Я переживала, что не получу.
Вероника, видимо, живет с моим тайной Сантой. Она привезла это из дома, мы с ней приехали из метрошки. Давай. Это была передача. Окей. Ну, я надеюсь, мы все выживем. Кринж. Всем привет! Это распаковка от тайного Санты. Лидия Решетникова открывает свои подарки. А тебе тоже подарили? Подарили, да. Я знаю, кто это. Кто? А? Кто? Шар? Да? Ты знаешь? Догадалась. Догадалась, ты еще намекнула, потом... До этого он сам спрашивал, что не знает, что не знает. Нет, я тоже пиздец. Я не наработала. Не сработала. Молитвы не спасли. Зря в церковь ходила. Я поняла. Короче, один из моих ходовых, первых точнее, первая моя ходовая косметика составляла из этой линейки. Крем, короче, вонял этим яйцами сырыми, как будто бы я измазывалась этими сырыми яйцами, которые еще простояли чуть-чуть, типа, в посуде, а не только из скорлупы. Но они прикольно пахли, я потом уже перестала замечать, они супер увлажняли. Потом мне в лагере сказали ребята, что от меня воняет яйцами сырыми. Ты сказала, что маски приятно пахнут. Ну, они приятно пахнут. Ну, там просто... крем, я уже перестала тогда пользоваться ими, и они ровно закончили, да, видимо... Ну, формально это подарок мне от Шеры. Да. От Вероники. Да, я поняла. Пока кто-то. Да. Пока. Милые. С наступающим. С наступающим, да. Да. Это Риттер Спорт. Ну ты реально не догадываешься? Нет. Там инцидент не знает, кто кому. Что же там? Что же там? Что же там? Интригу. Интрига. А, да, это Женя. Надеется, что тебе понравилось. Да, мне очень понравилось. Спасибо, Шар, спасибо, Вероника. Тут написано «Пурите». Я думала, что здесь будет «Пурите». А что у тебя там? Что у тебя там? Это карточки BTS, но я не знаю, кто это. Кто это? Так ты не догадываешься вообще? Нет. Ну, в смысле, как вы взяли, что вам кто-то от тайного поклонника скажет, и все. Даша сказала, что до 16, типа, не вариант. Пойдемте. Не зря не потратилась на такси до этого. Ура! Еще у меня. 305. Вероничка? Жарко пиздец. Итак, у нас закончился этот день с экзаменом. Боже, мы отстрелялись. Все, с экзаменом покончено. Просто ожидаем оценки и миримся с ними. Берем факты, в общем. Последний экзамен. Да. И мы едем в Бутище к нашей кошульке в гости с ночевкой. Смотрите в следующем выпуске. Да. Экзамен прошел, не могу сказать, успешно, но это уже не важно.